сегодня понедельник, и у меня просто отличное настроение с самого утра, потому что я пришла и на своем столе увидела вот этот чехол, который сделала моя коллега Оля. Наконец-то я перестала позориться и ходить с чехлом непонятно каким, а теперь у меня украшен стразами и идеально подходит к вот этой висюльке, которую мы делали когда-то. Вот здесь вот в подсказках я оставлю ссылку на мастер-класс. Ну просто все совпало идеальным образом. И, конечно же, от этого у меня сегодня потрясающее настроение. Видели новости? Сваровски закрывают российское ООО, прислали нам уведомление о расторжении договора. Просто великолепно, просто прекрасно, просто чудесные новости. А если серьезно, то это моя личная история, потому что я любила кристаллы так сильно, что покупала их для магазина во всех цветах, во всех размерах, игнорируя давно идущий тренд на натуральные материалы. Но, если честно, мне грустно, потому что с этим связана целая эпоха. Вот эти кристаллы. Блин, было классно быть их прямым поставщиком, было классно иметь прямой договор. Но пришло время двигаться дальше, тем более, что я уже нашла то, что зажигает меня гораздо больше, чем это. Потому что я хочу работать только с тем, что мне нравится. Я хочу только самые классные материалы в нашем магазине продавать. То есть задача такая – прислушаться к себе, найти, что меня заводит, драйвит больше всего. И сейчас я понимаю, что вот этот уголок в нашем шоуруме меня зажигает. Жемчуг натуральный, натуральный перламутр. Мне кажется, что вот в эту тему мне хочется начать развиваться. Больше бусин из натуральных материалов привозить, потому что вот они мне очень сильно нравятся. И с ними очень классные украшения получаются. Поэтому сейчас мы планируем еще больше расширять ассортимент бусин из жемчуга, перламутра и других натуральных камней. Тем более, что наступает лето, можно будет делать чокеры, сережки, кольца с летним солнечным настроением, украшать себя, подруг и весь мир вокруг. Кстати, еще одна крутая новость. Для того, чтобы уроков, для того, чтобы красоты было еще больше, я взяла к нам в команду Полину. Полина будет помогать мне снимать мастер-классы. Новые уроки будут выходить не только по пятницам, но и в другие дни. Поэтому поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Увидимся со мной в эту пятницу, а вас я оставляю с Полиной. Мы возвращаемся к нашему мастер-классу, и сегодня я предлагаю вам кое-что смастерить, а именно вот такие два кольца в виде сердечек. Это жемчужинки Crystal Bird. Один вариант – это 3 мм, а второй – 4. Посмотрите, вокруг весна, все благоухает, наша студия тоже расцветает, вокруг цветы. Даже птичка в шоке, потому что вокруг нее гнездо из роз. Я предлагаю не медлить и начать делать кольцо, потому что оно очень даже симпатично. Возможно, вы спросите: Полина, как ты собралась делать это в перчатках? Конечно, я изобразила, типа, такая крутая в перчатках, предстала пред вами дамой, но в них, конечно же, вообще неудобно что-либо делать. Вот это я понимаю, две руки и два рабочих инструмента, но колечко все-таки я надену. В голубом кольце я использовала жемчуг Crystal Bird 3 мм номер 949, а сейчас я хочу попробовать сделать с жемчугом побольше. Это 4 мм Crystal Bird номер 2018. И нанизывать жемчуг я буду на проволоку 0,3 мм серебряного цвета, и сейчас мне понадобится отрезок примерно 50 сантиметров длиной. Я подготовила отрезок, и теперь нам нужно нанизать 2 жемчужинки и спустить их в самый конец. Это выглядит так. Теперь на один конец нанизываем 2 жемчужинки и противоположным проходим через них. А потом затягиваем. У нас получился квадрат. Далее мы берем еще 2 жемчужинки и снова проходим через них противоположным концом. Я их поймала, теперь затягиваю. У нас уже видно основание кольца, а теперь нам нужно повторить это действие еще 3 раза. У нас получилось 6 рядов, теперь нам нужно на правую сторону нанизать 1 жемчужинку. Теперь мы должны концом этой же проволоки пройтись сквозь жемчужинку в обратном направлении. Теперь подтягиваю в начало и затягиваю. Так это выглядит. И теперь то же самое нам нужно проделать еще с 6 жемчужинками. Нанизываю, прохожусь через нее в обратном направлении, подтягиваю и затягиваю.
Повторяем так еще 5 раз. Первая часть сердечка готова. Теперь нанизываем одну жемчужинку на другой конец. А теперь точно так же проходим через жемчужинку в обратном направлении от плетения. Далее берем две жемчужинки и теперь будем проходить в обратном направлении уже через них двоих. Подтягиваю к началу и затягиваю. Я продела проволоку через две жемчужинки, теперь нужно продеть ее в обратном направлении через одну. Подтягиваю и затягиваю. На очереди у нас две жемчужинки. Прохожусь через них проволокой. Подтягиваю и затягиваю. Остается одна. Такая заготовка для второй половинки сердечка у нас получилась. Сейчас мы будем формировать наше сердечко. Для этого берем две жемчужинки и проходимся противоположным концом через них. Аккуратно все затягиваем. Дальше мы снова берем две жемчужинки и противоположным концом еще раз через них пройдемся. Я продела и затягиваю. Теперь нам нужно из этого кружка сформировать сердечко. Давайте прогнем его. Так, сформируем. Вот, кстати, для этого нам и нужна была проволока, потому что она достаточно гибкая и прочная. Смотрите, получилось сердечко. Вау! Давайте посмотрим, как оно на пальце выглядит. А сейчас нам нужно доделать кольцо в соответствии с размером пальца, который вы хотите, я буду делать на большой, поэтому сейчас мне нужно будет нанизать две жемчужинки, через них снова пройтись, затянуть и так до той степени, чтобы мне хватило на весь палец. Вот и все, мы закончили наше плетение. Давайте же соединим кольцо. Для этого нам нужно пройтись проволокой через эти две жемчужинки. А теперь пройдемся противоположным концом через эти же две жемчужинки. Затягиваю. И теперь поправлю все ряды, чтобы они стояли ровно. У нас остаются два таких уса, и нужно от них избавиться. Можно пройтись через верхние ряды точно так же, но я хочу переместить назад, вот так, и теперь закрутить. Теперь кусачками мы откусываем этот хвостик и его немножко согнем. Пусть он останется, но это намного проще, чем проходить через все вот эти ряды, мучиться, тут такие еще небольшие отверстия в жемчужинках. Хвостик мы прячем, он будет во внутренней стороне кольца, его никто не увидит. И давайте придадим форму еще раз нашему сердечку, вернем все как было, подровняем ряды. Смотрите, что у меня получилось, два колечка сердечка. Пишите в комментарии, какое вам нравится больше, то, которое поменьше, это 3 мм, или то, которое побольше. Мне нравятся оба, но в сочетании, мне кажется, они как-то играют особенно. И, кстати, сейчас мне интересно надеть все-таки это с перчатками, потому что я зачем их брала, собственно? Посмотрите, на контрасте с черным особенно видно плетение. Заиграли цвета, поэтому такие колечки у нас получились. Пишите в комментарии, если будете повторять. Кстати, хочу вам кое-что показать, то, что я сделала. О, подождите, черепок перевернулся. Настроение было порукодельничать, поэтому я сделала двухуровневое колье. На основном ряду я использовала жемчуг и бусину в виде черепа. А сверху у нас бусины беконуса 3 мм. Кстати, если вы обратите внимание, в глазницах черепка
есть оранжевый подтон, поэтому он очень классно сочетается с виконусами. То, что оранжевый плюс оранжевый, сложная концепция. Я это все к чему? Я это к тому, что мне очень нравится то, что у меня получилось. Это колье, оно достаточно интересно выглядит, поэтому, если вам интересно, я могу снять по нему отдельный мастер-класс. Пишите в комментариях, если вам такое нравится. Обязательно сниму. Так, про глазницы я рассказала, поэтому давайте вернемся к плетению. После плетения я еще раз придаю форму сердечку, потому что немного деформировалась. Можно сделать его более широким, можно наоборот вытянутым. У меня получилось вот так. Сегодня я вся в жемчугах, у меня и сережки, и колье, еще два колечка очень классных. Поэтому пишите в комментариях, какой вариант вам больше нравится, синий или розовый. Мне нравятся оба по-своему. Конечно же, все материалы, которые я использовала, вы можете посмотреть в описании, тоже себе что-то заказать, выбрать. И если будете повторять кольцо, присылайте нам в наши соцсети тоже. Все, в описании все есть. Поэтому все, я с вами на сегодня прощаюсь. Скоро увидимся, до новых встреч!